Станислав Полуянович, так же, как и его товарищи, воспитанники Центра юных моряков флотилии, мечтает связать свою жизнь с далекими плаваниями. Такое желание у мальчика возникло после многочисленных рассказов взрослых о профессии моряка, а также просмотра фильмов на морскую тематику. Меняющиеся пейзажи за бортом судна, бескрайние просторы, возможность увидеть мир, открывать для себя новые горизонты и страны. Все это вызывало у ребенка неподдельный интерес, и поэтому, немного повзрослев, он поспешил постичь морское дело. У меня дедушка был в морском флоте, и я захотел стать моряком. Захотелось попробовать свои силы. Возможно, в дальнейшем я стану моряком. Я вот уже хожу уже год, и нас хорошо знают строение шлюпки, семафорную азбуку изучили. Узлы вижу. Сегодня юный моряк только в начале пути постижения морского дела. И на этом этапе для мальчика, как и для его сверстников, особенно важно и почетно получить звание юнги. Однако для этого, как известно, необходимо пройти ряд испытаний, своего рода экзаменов, результат которых покажет, есть ли у ребенка способности или же нет. Там очень большая программа. Там нас разделили на две команды, белую и черную. Там есть капитаны, юнги, лоцманы, боцманы, штурманы. Старание и желание прийти к заветной цели воспитанников центра сыграли в их пользу. Помогли справиться с непростыми задачами, предложенными строгими экзаменаторами. Ребята доказали умение слаженно и сплоченно преодолевать испытания, показали хорошее знание морской терминологии, продемонстрировали отличное владение веслами. В итоге получили оценку «отлично» и, конечно же, стимул развиваться дальше. Сначала они, я думаю, что особо не представляют. Они приходят просто, что им здесь интересно, что центр у нас в Бресте такой один, в сухопутном городе. Выходы на шлюпках, на кораблях, в походы для них это романтика. И первое море их начинается на речке у нас. А повзрослев, начинают думать над выбором профессии. Ну и тем более, что мы ориентируем на выбор профессии моряка. Для мальчиков и девочек занятия в центре юных моряков помимо пользы приносят большое удовольствие. Общение с такими же увлекающимися ребятами, путешествия на лодке, многочисленные походы – все это интересно для брестских подростков. Сегодня они, вдохновленные первыми результатами, ставят перед собой новые цели. И блеск в их глазах, задор и рвение – еще одно доказательство, что справиться даже с серьезными задачами им удастся уже в ближайшем будущем.